Здравствуйте! В этом видео я расскажу вам о заборной доске из древесно-полимерного композита. Древесно-полимерный композит – это материал, в составе которого сочетаются древесина, полимеры и красители. Полимеры используются трех видов – ПВХ, полипропилен и полиэтилен. В зависимости от производителя заборная доска отличается по своим геометрическим характеристикам. По типу профиля она бывает полнотелая и пустотелая. Существует две основные поверхности доски. Это вельвет и гладкая. Гладкая бывает с тиснением под дерево и шлифованная. Из данного материала можно делать абсолютно разные заборы. С некоторыми из них вы можете ознакомиться на нашем сайте. Заборы из древесно-полимерного композита способны удерживать значительную ветровую нагрузку, так как потоки ветра проходят в отверстие профиля доски, при этом снижая давление на пролет забора. В сравнении с материалами из натуральной древесины, изделия из ДПК не нуждаются в обработке и покраске. Они полностью окрашены и имеют богатую цветовую палитру. Срок службы данных материалов более 25 лет. Мы предлагаем вам широкий ассортимент заборной доски из ДПК. Подробная информация на нашем сайте в разделе «Каталог и акции».